Прислонись ко мне и меня покрой. Я хочу одеться светом. Наполняй меня, пусть течет рекой. Твои слова вечной жизни и поток воды живой. И любовь ко мне, Иисус, я твой. Только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь. Небеса открой, иди ко мне. Ко мне.
Мне вот сегодня выпала честь вести Слово Божье ввиду въезда пастора Геннадия. Вот, поэтому я очень рад вот всех вас сегодня видеть здесь. И в самом начале, прежде чем мы начнем разбор Слова Божьего, я хотел бы задать вам один простой вопрос. Почему вы сегодня пришли в церковь? Сегодня отличная погода. Потому что надо? Потому что сегодня воскресенье? Что вы думаете об этом поводу? Задайте сейчас вопрос себе в сердце. Что я здесь делаю? Почему я сегодня пришел? Скорее всего, однозначного ответа у вас не будет. Но я бы хотел вам напомнить момент, когда Иисус после своего воскресения, Он явился Петру. Он 3 раза задал один и тот же вопрос. Любишь ли ты меня? На что Петр ответил, как? Да, Господи, люблю. Он подтвердил это 3 раза. Друзья, этими словами все сказано. Я здесь, потому что я люблю тебя, Бог. Скажите в сердце своем, я здесь, потому что я тебя люблю, мой Бог. Аминь. Все остальные причины вашего присутствия здесь, они временные. Они имеют свойство исчезать, ослабевать, куда-то уходить. Но любовь – это самый сильный мотиватор, самая сильная причина, по которой мы приходим сюда. И я благословляю вас именем Иисуса Христа, чтобы любовь Божья в вас пребывала и ни в коем случае не иссякала. Мы можем сказать на это аминь? Аминь. Итак, мы закончили с вами серию проповедей о духовных возрастах в церкви и в жизни. И сегодня мы с вами переместимся из Нового Завета в Ветхий Завет. Задам еще один такой вопрос. Кто-нибудь читал книгу Иова? О, много кто читал книгу Иова. Аминь. Ну, каковы ваши впечатления? Действительно, это очень тяжелая книга для восприятия и понимания. Но после серии проповедей, которую мы прослушали с вами о духовных возрастах, о нашем духовном росте, мы попробуем познакомиться с этой книгой. И я бы хотел с вами поговорить сегодня на тему «Жизнь веры» на примере Иова. Я не смогу охватить всех тем, которые излагает эта книга, но в силу ограниченного времени и очень большого объема, но постараюсь остановиться только на некоторых из них. Так, давайте начнем. Точно неизвестно, кто является автором этой книги, кто написал ее. Также точно неизвестно, когда она была написана. Мнения теологов здесь разделяются. Одни утверждают, что эта книга была написана во времена Соломона, другие говорят, что во времена Моисея. Ну, а сам Иов, о котором сегодня пойдет речь, жил приблизительно во времена Авраама. Условно эту книгу можно разделить на 3 основные части. Это эпилог, это диалог, беседа Иова со своими друзьями, и это эпилог, конец. Итак, для начала давайте прочтем 1 главу с 1 по 5 стихи. Познакомимся. Катя, возможно, чуть покрупнее сделать шрифт? Катя, всем видно, у кого Библии нет? Итак, давайте прочтем. «Был человек в земле Уз, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 2 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитей всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов
во все такие дни. Аминь. Итак, книга Иова начинается с описания Иова, что он был благословенным, богобоязненным, справедливым человеком, удаляющимся от зла. Также мы видим, что Иов был очень богат, весьма богат. Чего только стоит перечисление его имущества, да? 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, по 500 пар волов, ослиц. Про прислугу не написано, сколько у него было, но мы видим, что очень много. Я прошу обратить ваше внимание именно на цифры. Кроме имущества, у него было 10 детей. Действительно благословенный и богатый человек. 7 сыновей и 3 дочери. Даже, судя по сегодняшним дням, это достаточно большое богатство. Можно спокойно жить, вполне припеваючи, ни о чем не думать. Можно сидеть там с бокалом коктейля и думать, что жизнь удалась, я всего добился. Все у меня есть. Семья в порядке, имущество в порядке, дети мои все устроены. У каждого ребенка большой дом, они живут мирно и весело. Братья приглашают своих сестер на пиры, они гуляют и веселятся. Что же еще делать? Все это описано в первых 5 стихах. Но Иов где-то в глубине души чувствовал, что что-то, может быть, он недосмотрел, недоучил, что-то, может быть, неправильно показал, как надо жить, как следует поступать. Можно задаться вопросом, почему в этих торжествах нет места Иову? Мы видим, что сыновья приглашали сестер своих, а Иов звал детей своих. В 5 стихе это написано. Но они пиршествовали. Что же Иов делает в это время? В 5 стихе написано, что когда пир совершался, Иов освящал своих детей и приносил жертвы всесожжения Господу. Со словами, возможно, дети мои в сердце свое похулили Бога. Возможно, где-то они совершили грех. Дорогие, мы можем с вами занести в свой актив подобные действия? То, как поступает Иов. Мы исполняем роль первосвященника в своем доме и в своей семье. Посмотрите, не дети заботились о своем духовном состоянии. Это делал их отец Иов. Возможно, причина в том, что дети не были лично знакомы с Богом. Возможно и так. Поэтому они вели такой довольно праздный образ жизни, как мы прочитали. Даже когда все вокруг просто замечательно, мы часто молимся за своих детей. Мы освящаем их и покрываем их своими молитвами. Даже если они далеко и наш глаз их не видит, но в глубине сердца мы знаем и чувствуем своего ребенка. Я хочу предложить вам сделать одно такое действие. Я хочу предложить вам открыть свой личный депозитный счет в небесном банке. Только не в валюте, не в долларах и не в евро. Собирайте там свои молитвы за детей. Молитва матери, отца или близкого человека, она имеет колоссальную силу. Эти молитвы, они никуда не исчезают. Но в самый нужный момент, когда вашему ребенку особо необходима будет поддержка, он сможет воспользоваться вашим небесным вкладом. И ваша молитва для него обязательно пригодится. Итак, дорогие, одно из первых предназначений нас, как верующих, это познакомить наших детей с Господом и не только с законом, но и способствовать личным примером для развития глубоких, личных и зрелых отношений с нашим Господом. Мы можем на это сказать аминь? Аминь. Итак, пойдем дальше. Прочтем продолжение главы с 6 по 22 стихи. Продолжение. Итак. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?
Я отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но прострей руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот, все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись возле них, как напали цавияне и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и пили вино, твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Но тогда Иов встал, и разодрал верхнюю одежду свою, острил голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Аминь. Здесь мы с вами видим описание того, что происходит на небе. Иов это не видит, Иов этого не знает. К Творцу собираются сыны Божьи, и среди них приходит сатана. Примечательно, что на вопрос Господа сатане: «Откуда ты пришел?» Сатана отвечает: «Я ходил по земле и обошел ее». Сатана бродит по земле в поисках своей жертвы, и, конечно же, он видел и знал Иова. Апостол Иоанн в своем первом послании, которое мы читали несколько недель подряд, в 15 стихе 2 главы, он пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Аминь. Помните это? Мы несколько недель читали этот стих. Эти слова Иоанн не просто так написал. С самых древних времен, со времен Авраама, даже сотворения мира, сатана ходит по земле в своих поисках. К чему это приводит, мы с вами увидим дальше. Земля – это сфера деятельности князя мира сего, как его называет Иисус. Этот мир находится под его властью. Сатана знает Иова, потому что на вопрос Господа: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, справедливого, богобоязненного и удаляющегося от зла?» Сатана отвечает, что Иов не просто так богобоязненный. Иова Господь ставит в пример. Он – предмет его отцовской гордости. Сегодня эти слова, которые говорит Господь об Иове, могут описывать кого-то из верующих, кого-то из нас. Того, кого Бог сегодня называет своим ребенком, сыном или дочерью. Если мы с вами богобоязненны и непорочны, это не значит еще, что в нас нет корня, который Господь хотел бы удалить из нас. То, от чего Господь хочет нас избавить. Именно поэтому Господь допускает происходить некоторым вещам в нашей жизни. Итак, слова сатаны, что Иов не просто так богобоязненный, он такой, потому что ты, Бог, благословил его во всем. Ты окружил его своей заботой. Ты заполнил все пространство вокруг Иова.
Поэтому он такой: ты дал ему все это. Посмотрим, как он заговорит. Убери от него свою руку. Давай проверим, какой он на самом деле. Лиши его всех благословений. Благословит ли он тебя взамен? Что будет, если забрать у него все? Такая вот провокация со стороны сатаны. Такая вот проверка на крепость Иова. И Господь говорит: все, что у него в руке твоей, все отними, все можешь брать. Все, что он имеет, только его самого не трогай. Мы здесь видим, что сатана не может действовать шире, чем ему предоставляет полномочия Бог. После этого в течение одного дня Иов теряет все. Он лишается всего. Своего имения, всей своей прислуги, своего положения в обществе, всего своего имущества, своего социального статуса, своей значимости и важности. Но кроме этого он лишается, наверное, самого дорогого. В один день он теряет всех 10 детей. Причем, как мы видим, все эти события происходят один за одним. У него даже не было времени и возможности что-то осознать, понять и принять, что происходит. Наверное, самое страшное в нашей жизни, что может произойти, что может испытать человек, это хоронить своего ребенка. Господь положил совсем другой порядок. Дети должны хоронить родителей. Никак не наоборот. Давайте посмотрим 21 стих. Что сказал Иов? И сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Аминь. Сильные слова. Сильные слова стойкого человека. Но в одном предложении, в этом стихе, мы видим глубокое заблуждение Иова. Эту фразу мы часто слышим. Иногда мы сами ее произносим, когда что-то или кого-то теряем. Особенно часто мы можем слышать ее на похоронах. Господь дал, Господь взял. Встречали такое? Часто слышим. Друзья мои, это крайне неверное выражение. Это заблуждение. Можно возразить: это написано в Библии. Правильно, это слова из Писания, но только обратите внимание, кто их говорит. Эти слова не сошли из Божьих уст. Эти слова говорит Иов, ошибочно предполагая, что все, что у него было, отнял Господь. Друзья, когда мы дарим подарки там, на торжества и на дни рождения кому-то, разве мы со временем, у нас появляется желание отобрать его назад? Вернуть тот подарок, который мы подарили. У нас в голове это не укладывается. Если Господь дает, Он дает это навсегда. Друзья, если Господь дарует нам спасение по своей милости и благодати, Он не хочет его забрать назад. Поэтому это есть глубокое заблуждение. И по прочитанному стиху мы с вами видим, кто все забрал. Никак не Бог. Ему было позволено, но это сделал не Бог, обратите внимание. Бог позволил этому произойти, но забрал все это сатана. Я хотел бы обратить еще один акцент, на котором сконцентрировать ваше внимание, это то, что Бог у нас ничего не отнимает. Ни в коем случае. Он дарует, если дает, то это навсегда. И у него не возникает желания отобрать что-то у нас. Вы принимаете это? Вы можете сказать на это аминь? Аминь. Как бы ни складывалась жизненная ситуация, знайте и верьте, что Бог только благословляет. Итак, прочитав первую главу, пойдем дальше. На этом несчастье Иова, к сожалению, не закончились. Давайте прочитаем с 1 по 10 стихи 2 главы.
Итак, был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана предстать перед Господом. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «И ходил по земле, и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоплить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ему: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а слово не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Аминь. В этой главе сатана берется уже непосредственно за Иова. Он покрывает его тело ужасной болезнью, проказой. Сейчас хочу обратить ваше внимание на 6 стих. Господь разрешает сатане коснуться плоти Иова, но запрещает прикасаться к его душе. Друзья, Бог категорически запрещает сатане касаться нашей души, той составляющей нашей сущности, за которой идет извечная война, духовная война за наши с вами души. И Господь никогда не отдаст наши души врагу при условии, если только мы сами не отдадим ее в руки сатане. Здесь Бог снова четко ограничивает действия сатаны только плотью Иова. Но действия сатаны все-таки возымели свое значение, но не над Иовом, а над его супругой, над его женой. В порыве эмоций после пережитого она сказала эти страшные слова: «Дорогой, тебе ничего не остается, как сказать Господу очень нехорошие вещи и приготовиться умереть». Потому как хула на Бога, как правило, ведет к смерти. Вот итог всего произошедшего, по мнению жены. Как поступать в такой ситуации? Очень тяжелый выбор. Иногда бывает так, что ты годами ходишь в церковь, у тебя может быть несколько уровней там изучения Библии, теологическое образование, на твоем счету куча чудесных, исполненных Божьих дел, ты считаешь себя принадлежащим Иисусу, к телу Его, но получаешь вот такие беды в жизни. В это время крайне тяжело сохранять самообладание и не сорваться. Но Иов остается верен Богу. И в конце 10 стиха написано, что он не согрешил устами своими. Продолжение главы повествует о приходе его друзей. Его друзья услышали о том, какие беды постигли Иова, и пришли, чтобы поддержать его и как-то утешить. Давайте прочтем это место. 2 глава с 11 по 13 стихи. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый своего места: Елифаз фимонитянин, Вилдад сахиянин, Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе седовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ними на земле 7 дней. И 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Аминь. Иов, его друзья, его жена сидели 7 дней. Ничего не говорили, только молчали. Они сразу и не узнали его от того, во что он превратился, во что превратила его болезнь. Они наблюдали и вместе сопереживали.
На этом месте, на этом стихе заканчивается первая часть этой книги. Начинается вторая. Это диалог или беседа друзей Иова с ним. Я не буду подробно останавливаться на этой части книги, на этом диалоге. Наверное, это тема для другой проповеди, но мы лишь немножко затронем их разговор. Поэтому те, кто не читал эту книгу, пожалуйста, дома можете прочитать. Те, кто читал давно, можете освежить в своей памяти. Итак, текст этого места – это не просто крик души Иова, это просто какой-то вопль отчаяния. Сейчас давайте прочтем 3 главу с 1 по 5 стихи. 3 глава с 1 по 5 стихи. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой, и начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя». Аминь. Сразу, как только открылись уста Иова, он проклинает день, когда родился. И все слова о том, что лучше было бы ему не родиться, лучше бы не жить. Конечно же, все это вызвано болью, это вызвано эмоциями. И боль у него присутствует и душевная, и физическая. По сути, у него не осталось ничего, ни смысла жизни, ни цели в жизни. Из всего имения не осталось ничего, из всего богатства – прах. Из десятерых детей никто не остался живой. Сложно даже представить себя на месте Иова. Потерять сразу в один день 10 детей. В такие моменты, которые иногда случаются в нашей жизни, очень сложно подобрать нужные слова правильно. Даже не думаешь о том, что говоришь. И я даже не могу представить себя на месте Иова, в каком отчаянии он находится. И мне кажется, что его душевная боль намного сильнее физических страданий. Действительно, он проклинает день, когда он родился, и ночь, когда он был зачат. Можно много говорить и рассуждать о том, что такие слова нельзя говорить, что такие слова нельзя произносить. Но кто из нас может гарантировать, что случись такое с нами, не дай Бог, мы будем вести себя по-другому? Но в этом месте Иов говорит честно, искренне то, что есть у него на сердце. Дорогие, жизнь верующего – это не всегда только благодать и радость. Не всегда получается так, как планировал. Иногда жизнь разворачивается под таким углом, которого ты даже и мысли представить не мог, о котором даже не мог предположить. В послании к филиппийцам, в 1 главе, в 29 стихе написано, что нам надлежит в Иисуса Христа не только веровать, но и страдать за Него, претерпевать гонения за Его имя. Дорогие, наши проблемы, наши страдания и искушения находятся под контролем Господа. Все в этом мире подконтрольно и подчинено Ему. И какими бы долгими ни казались испытания и проблемы, друзья, это будет не вечно. Это обязательно пройдет. Дальше мы это с вами увидим. Да, это действительно процесс иногда долгий и болезненный, но все в руках Бога. Давайте еще раз обратим внимание на 2 главу, 10 стих. 2 глава, 10 стих. Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрым мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Аминь. И в сегодняшнем отрывке, дальше, который мы прочитали, Иов не согрешил. Иов был человек богобоязненный, удаляющийся от зла. Он был именно тем человеком, которого сам Бог ставил в пример. И даже у него, у человека непорочного, наступили очень и очень тяжелые времена. В нашем понимании это неверно и несправедливо. Согласны со мной? Это
неправильно и несправедливо. Мы так считаем. Но что же на самом деле? Человеческим умом мы не понимаем и не хотим принимать, когда что-то плохое сваливается на хороших, добродетельных людей, на верующих людей. По прочитанным главам мы знаем, что это ни в коем случае не наказание. Иова не за что было наказывать. Он не согрешил пред Богом. Я бы хотел, чтобы мы с вами тоже реально смотрели на вещи. Вера в Бога – это не только благодать и не всегда только хорошие новости, радости и переполнения. Страдания, несчастья, потери и отчаяния – это тоже часть нашей с вами жизни. И не всегда за что-то. Иногда мы задаем с вами вопросы себе. За что? Почему? Почему именно я? Почему именно сейчас, именно в это время? В этих вопросах мы как бы оглядываемся назад. В этих вопросах присутствует одна такая деталь. Эти вопросы обращены в наше прошлое. Нам, если надлежит пострадать за Христа, если мы принимаем, что все от Бога и под контролем Бога, тогда мы должны задаваться вопросом, для чего? В этом вопросе есть цель, будущее. Для чего? Какова цель происходящего? Дорогие, ободрение и утешение для всех нас. Страдания будут не всегда. Бог допускает это в нашей жизни с какой-то целью. Если тебе сейчас тяжело, окружили потери и проблемы, обратите свое внимание на Иова, на его жизнь. Возможно, ваши проблемы покажутся не такими уж страшными и неразрешимыми. Давайте сейчас откроем одно место. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 3 стихи. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 3 стихи. Все нашли? Давайте прочитаем. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Аминь». Дорогие, не думайте, что происходящее что-то нехорошее в вашей жизни обязательно за что-то. Потому что я вот тогда неправильно поступил. Потому что я вот тогда сделал этот грех. Потому что так что-то неправильно сделали мои родители или предки. Дорогие, вы же понимаете, откуда берутся эти мысли? Сатана нашептывает. Нашептывает и напоминает тебе о твоих грехах. Он помнит их все. У него на это память отличная. Даже если ты забыл, даже если Господь простил и забыл, сатана тебе будет напоминать об этом. Третий акцент сегодняшнего слова, которое я хотел бы сделать, это место Писания четко говорит нам, что Бог допускает происходящее не в наказание, для славы своей, для укрепления твоей веры, для еще большей близости с тобою. И ваши прошлые ошибки, падения и грехи к происходящему не имеют никакого отношения. Мы можем сказать на это аминь? Аминь. Аминь. В описанном отрывке, в речи Иова, в его словах, мы читаем, что он пытается выжить, он пытается излить свою душу и свою горечь. После нескольких дней молчания Иов действительно кричит. И в таких ситуациях, наверное, действительно лучше не держать в себе. Лучше выговориться, лучше кричать. Мы же говорим, да? Не держи в себе, выговорись, поплачь. Обязательно станет легче. Практически вся книга, почти 40 глав, это разговор и общение Иова со своими друзьями и с Господом. В Новом Завете апостол Павел говорил, что Бог не дает испытаний сверх сил, сверх того, что человек может перенести. Но это мы знаем сейчас. Иов жил задолго до Павла,
во времена Авраама, он даже не знал этого откровения и не знал законов Моисея. Он не знал завета с израильским народом. Предположу, что до этого момента Иов, скорее всего, не знал Бога лично. Знает только одно, что Бог знал Иова, отлично его знал. И сейчас самый трудный и ответственный момент за Иовом наблюдают две стороны. Бог и сатана. Две стороны. Когда ты пережил подобную ситуацию, и у меня в жизни был аналогичный период, в тот момент, несколько лет назад, моя семья трагически потеряла старшего брата, и была череда таких очень нехороших вещей, которые происходили в моей семье. Вдобавок ко всему, спустя несколько дней после произошедших событий, я ехал вечером с церкви. Никого не было. А я совершаю аварию. Пустая дорога. Скорость меньше 40 км в час. Вдоль дороги стоят только опоры освещения. Несколько дней назад мы похоронили брата в преддверии Рождества и Нового года. Сразу после Нового года я еду с церкви и врезаюсь в столб. Первая моя реакция была это крик. Я просто сидел в машине, я кричал. Потому что я не понимал, что происходит. Я действительно сидел и кричал. Бог, что происходит в моей жизни? Но в этот момент я почувствовал, что за мной наблюдают две стороны. Небеса и сатана. Что я буду говорить? Какие слова? Буду ли я предъявлять претензии к Богу? Или выстрел? Дорогие, в каждый момент нашей жизни всегда за нами наблюдают две стороны. Сатана и небеса. И в тот период времени действительно у меня была такая пустота внутри. И действительно, я не понимал происходящего. И истинное состояние мое тогда знает только вот моя супруга и пастор нашей Карагандинской церкви. Друзья, от того, куда ты обратишься, зависит твое будущее. Будешь ли ты в благословении или, как сказала жена Иова, похули Бога и умри. По большому счету, я немножко завидую Иову, его крепости и стойкости, хотя в словах он и просит, и говорит, что лучше было бы мне умереть. О, если бы Бог сразил меня, сокрушил меня. Слова Иова, все, чего я боялся, от чего я убегал, это со мной и случилось. Итак, друзья Иова пришли к нему, и основной смысл диалога Иова с друзьями сводится к тому, что, по мнению друзей, все происходящее в жизни их друга – это последствия греха, это наказание и это кара небес. Мы прочитали их имена – это Елифаз, Вилдад и Сафар. Они призывают Иова найти в себе силы и признать наличие беззакония и греха. Они говорят: «Покайся, помолись и покайся, и Господь все тебя простит, все восстановит и благословит тебя». Вот красная нить их речей. Но на чем же основаны их слова и их суждения? Их речи основаны на людских преданиях и изречениях, на своем личном жизненном опыте. Давайте посмотрим, что говорит Елифаз. 4 глава, 7 по 9 стихи. Речь Елифаза. «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы, как я видал, то оравшие нечести и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают». Аминь. Елифаз говорит: «Иов, по-любому тебе есть грех. Невинные не погибают и не несут незаслуженного наказания.
слова друга. Иов, есть тебе грех и вина. Что говорит второй друг, Билдад? Давайте посмотрим 8 глава с 8 по 11 стихи. 8 глава с 8 по 11 стихи. «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот, они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова, поднимается ли тростник без влаги, растет ли камыш без воды». Вот слова Билдада. Спроси у прежних родов. Его аргумент – это традиции прошлых поколений и предков. Это традиции отцов. Еще один друг Иова, Сафар, вступает в разговор. И 11 глава нам говорит об этом. Сафар долго слушал, пока Иов разговаривал с двумя другими друзьями, пока вот беседовал с ними. Так, Сафар, 11 глава. Можем даже прочитать ее всю, тут 20 стихов. Итак. «И отвечал Сафар на амитянин и сказал, разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек нагорячивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, если есть порог в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. И яснее в полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя. А глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. Аминь. Итак, третий друг, Сафар, начинает свою речь с очень суровых и жестких слов, практически с обвинений. Прочитав эту главу, может создаться впечатление, что это совсем не друг. А кто? Это судья. Он похож на судью. Сафар пытается обличить Иова. Твои ответы, твои рассуждения, разве они могут тебя оправдать? Мы говорим тебе причину твоих бедствий, а ты своими речами издеваешься над нами. Слова Сафара очень резкие и обидные. И в нем действительно было, может быть, огромное желание помочь другу. Такое впечатление, что Сафар отлично знает, от чего произошло, от чего в жизни Иова такие беды. Он отлично это знает, по его мнению. Причина только в том, что есть в Иове грех. По мнению Сафара, все слова Иова – это только отговорки и оправдания за свои проступки и грехи, которые он не хочет признавать. В третьем стихе написано, что он хочет пристыдить Иова. Другими словами, его речь начинается так. Ты думаешь, некому тебе сказать правду? Ты думаешь, некому тебя обличить? Так слушай же правдивые и жесткие слова. По мнению Сафара, лишение, которое есть у Иова – это еще не все. Должно быть как минимум в два раза больше. Мы это с вами прочитали. Откуда такое суждение? Почему Сафар так решил? Правильно ли он себя ведет и правильные слова говорит? Друзья, очень часто, когда мы попадаем в непростые ситуации, когда
бывает, случаются проблемы в нашей жизни, вокруг, всегда есть люди, находятся, которые начинают тебе советовать, которые отлично знают, в чем ты ошибся, которые отлично знают причину всех твоих бед. Как ни странно, очень часто это встречается среди нас, среди верующих людей. Ты обязательно должен покаяться в своем грехе, ты должен помолиться. Я ни в коем случае сейчас не говорю о том, что этого делать не надо. Но правильно ли мы в этот момент воспринимаем подобные слова? Очень часто люди, оценивая чужую ситуацию со стороны, очень легко дают свои оценки, очень легко дают советы и практические применения, как надо поступать. Как говорят, я тучи разведу руками в другом доме, да? Иногда такие люди пытаются говорить, пытаются помочь, не всегда зная Божью волю. Дорогие, я призываю вас, чтобы мы с вами не уподоблялись Сафару и друзьям, и не давали скорые оценки на происходящее событие в жизни наших близких, чтобы мы ни в коем случае не подвергали их никакому осуждению. Сафар говорит, если бы Бог открыл тебе тайны премудрости, то наказание было бы больше. Друзья, неужели тайна премудрости Божьей в наказании грешников? Неужели в этом смысл? Для него тайна премудрости – это то, что известно Богу о человеке, обо всех его делах, поступках и грехах. Но на самом деле все наоборот. Премудрость Божья в откровениях самого Бога человеку, в которых и заключается огромное желание Бога открыть себя и показать себя. Если Бог и так нас создал, прекрасно всех нас знает, знает наперед, знаем ли мы? Давайте еще раз посмотрим 8 стих. Он превыше небес. Что можешь сделать глубже преисподней? Что можешь узнать? Здесь Сафар говорит о недоступности Бога. Говорит, что Он безграничен, необъятен, недоступен. Но Сафар его не знает. Не знает, что Бог сам открывает себя людям. Начиная с сотворения мира, сам являет себя людям. Когда сначала с Адамом и Евой он имел личное общение, свободное общение, через избранных своих пророков, через которых Бог проговаривал своему народу. Он сам дает нам с вами все инструменты, способы, возможности познавать себя. Священное Писание свидетельствует нам об этом. Сегодня мы можем представить себе, что Бог недоступен. Как вы думаете? По мнению Сафара, Бог действительно могущественный, величественный, огромный, но Он недоступен. Сегодня, если есть в тебе Дух Святой, это своеобразная сим-карта, которая вставляется в ваш аппарат. С этой сим-картой ты можешь дозвониться в любое время. С этой сим-картой, с этой связью никогда не бывает, что абонент недоступен. Мы можем сказать на это аминь? Аминь. Аминь. Слава нашему Господу за то, что в любое время, в любом месте мы имеем эту благодать связываться и общаться с нашим Господом через Духа Святого. Сафар пытается в чем-то уличить Иова, сказать, что причина бедствия именно в тебе, но не может найти точную причину. Он не может конкретно сказать, ты в том-то и в том-то согрешил, ты в том-то и в том-то не прав. И в конце главы Сафар говорит вообще общие слова, общие какие-то суждения, которые трудно применить к Иову. Но в процессе диалога, в процессе разговора с друзьями Иов все больше начинает говорить о Боге, как о своем противнике. Если в начале книги Иов был одного мнения,
Дальше мы сейчас это прочитаем. Он противоставляет себя Богу. 6 глава, 4 стих. «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет Дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня». Аминь. Он ошибочно предполагает, что все, что свалилось на него, это сделал Бог. Он сильно злится на друзей за их слова, которые по-прежнему рассуждают о его грехе. Иов противопоставляет себя Богу, Творцу. Постепенно Иов уходит не в ту сторону. Иов говорит: «Я праведен, нет во мне греха и нет во мне неправды, но Бог лишил меня суда». В подтверждение можем прочитать это место. 12 глава, 18 стих. «Вот, я завел судебное дело, знаю, что буду прав». Аминь. А в 29 главе дальше он начинает уже возвышенно говорить о себе самом, оправдывая себя. Если вы прочитаете 29 главу, то увидите, что местоимение «я», «моё», «мне», «моему», «моим» написано там 40 раз. По крайней мере, я вот несколько раз пересчитал, у меня вышло 40. Иов продолжает изливать свои переживания, выливает свою горечь и обиду. Говорит о полном исполнении всего необходимого, что не делал ничего страшного и плохого, что могло бы быть причиной несчастья. Но 40 раз в одной главе говорит только «я» — это очень много, это слишком много. Дальше. В 31 главе Иов продолжает изливать свою горечь и обиду. И в 32 главе в разговор вступает еще один участник беседы, еще один персонаж. На нем остановимся подробно. Он все это время сидел рядом, слушал. До этого момента не было написано о нем ни одного слова. Ни одного. До 32 главы. Имя его Елиуй. Он вступил в разговор, потому что мужи старше не нашли больше слов, чем бы могли ответить, возразить Иову. А гнев его речей был вызван тем, что Иов оправдывал себя больше Бога. Давайте прочитаем 32 глава с 1 по 3 стихи. У кого есть Библия, можете открыть. 32 глава с 1 по 3 стихи. Это начало разговора Елиуя. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова, воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». Аминь. Елиуй выступает здесь как прообраз Иисуса Христа. После слов друзей Елифаза, Билдада и Сафара Иов всегда находил, что ответить. Всегда находил, что сказать. Но на речи Елиуя у него нет ответа. Можем посмотреть в 35 главе. В 1-2 стихе написано. «И продолжал Елиуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал? Я правее Бога». Аминь. Слова Елиуя на первый взгляд кажутся очень резкими. Он был очень молод по сравнению с другими друзьями, по сравнению с Иовом, поэтому он дал возможность высказаться всем участникам беседы. Но в своей речи к старшему он обращается на «ты». Подчеркнуто говорит ему «ты, Иов». И по горячности его речей можно только удивляться, как же он молчал и терпел столько времени, слушал,
наблюдал и ничего не говорил до этого времени. Вкратце оценка ситуации, по мнению Иова, сводилась к тому, что он был невиновным и сетовал на несправедливое отношение к себе со стороны Бога, которого считал своим противником и уподобил закованному в колоду узнику. Хочу обратить ваше внимание. В своей речи Елиуй конкретно дает ответы на жизнь Иова. Если помните, по словам Иова, Бог оставил его. Он его не слышит. Но я бы хотел открыть одно место. Это 33 глава с 14 по 18 стихи. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое оставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Аминь. Дорогие, для чего Бог говорит? Какова цель Божьих слов? Написано в 17 стихе, чтобы удалить гордость, оградить человека от опасности. Мы же знаем, что начало всех грехов – это гордость житейская. Что на самом деле происходит? Бог действительно молчит? Бог действительно, по словам Иова, нам противник? Слова Елиуя, ты в этом не прав. Бог выше нас. Он Творец и Создатель. И Бог не должен ни перед кем держать отчет или ответ. Так, вспомним, о чем говорили. Елифаз, Филдат и Софар. К тебе есть грех его, покайся. О чем говорит Елиуй? Он говорит, Иов, тебе сейчас плохо, ты страдаешь, но Бог этим самым хочет тебя от чего-то оградить, отвести душу твою от пропасти, отвергнуть тебя от возможного греха и твой разум от зазнайства и еще от многих-многих других нехороших и скрытых вещей. Итак, для Елиуя страдание, хоть оно и сопряжено со грехом, но оно носит не защитную, скорее всего, защитную функцию, чем карательную, чем наказание. Елифаз, Сафар и Вилдат утверждали, что Бог насылает на людей бедствия, чтобы покарать их. Елиуй же говорит, что Бог это делает с целью наставления и вразумления. Он подчеркивает, что страдания способствуют отвращению от греха и таким образом спасает нас от смерти, которую грех влечет за собой. Через страдания с вами мы становимся сильнее. Через проблемы мы больше молимся. Через проблемы мы чаще ходим в посты, в молитвы, в Божье присутствие. Именно через трудности и проблемы приходит осмысление в нашу жизнь. Посмотрим еще одно место. 33 глава, 23-24 стихи. 33 глава, 23-24 стихи. Очень интересное место. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Аминь. Здесь написано про ангела-наставника, некого посредника или ходатая. Он нужен, чтобы показать человеку прямой путь Господу. И тогда все будет так, как написано далее. Тогда придет настоящее благословение. Дорогие, только у нас есть не просто ангел-наставник, который покажет нам путь. Мы с вами знаем этот путь. Этот путь Иисус. Как Он говорил, «Я есть путь, истина и жизнь». Иисус спасает наши души от могилы и дает свой ответ. Через Него мы получаем умилостивление и прощение от Бога Отца.
И Бог призывает нас быть духовно зрелыми и сильными, чтобы за болезнями и проблемами, страданиями мы видели Его благословение. Ведь теперь мы с вами понимаем смысл происходящих испытаний. Через это наша вера растет. И мы уже сами можем говорить перед людьми и свидетельствовать о славе Божьей. Итак, после слов Елеуя, этого молодого, горячего Божьего человека, в разговор вступает сам Бог. Мы приближаемся к кульминации, приближаемся к эпилогу. И с 38 по 41 главу говорит только Бог. На слова Божьи Иову нечего сказать. Бог не говорит слов обвинений или обличений. Он не обвиняет Иова в каком-то грехе, только о своем величии, своей славе, своем могуществе. Он рассказывает, как он создавал этот мир. В 40 главе, в 3 стихе, давайте посмотрим. 40 глава, 3 стих. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя». Бог спрашивает Иова, ты считаешь себя правым? Обращение к Иову, Божьи слова, ты хочешь говорить мне о своей собственной праведности? Если ты хочешь это сделать, то ты не можешь сравниться с сатаной, потому что у него сил и опыта в этой отрасли гораздо больше твоего за многие века. Но что же отвечает Иов на слова Божьи? Посмотрим 42 глава, эпилог. 42 глава с 1 по 6 стихи. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Аминь. Вау! Шикарные слова! Какое сильное признание веры! Дорогие, вот она, кульминация. Я слышал о тебе только... Но теперь я тебя вижу. Дорогие, еще один акцент сегодняшнего слова, может быть, самый главный стих, самое главное место этой книги. Я слышал о тебе ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Вот истина, которую говорит Иов после стольких страданий и несчастий. Как часто мы только слышим о Господе, мы только слышим об Иисусе, не имея личного знакомства. Дорогие, насколько важно не слышать о Нем, а слышать и видеть именно Его. Пройдя через все эти описанные лишения и несчастья, в конце Иов говорит это откровение. Бог, теперь я тебя знаю. Теперь я тебя вижу. Я знаю тебя не по преданиям предков и старцев, не по чьим-то рассказам, не понаслышке. Я вижу тебя и знаю тебя лично. Итак, как же заканчивается книга об Иове? Бог обращается к друзьям Иова, написано в 42 главе, 7 по 8 стихи. Давайте прочитаем. 42 глава, 7 по 8 стихи. «И было после того, как Господь сказал слова тебе Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Только после того, как Иов помолился за друзей, и Господь принял его жертву, Бог благословляет самого Иова.
И опять-таки это место лучше прочитать. Концовка главы, концовка всей книги, 42 глава, с 10 по 17 стихи. Итак, «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по кесети и по золотому кольцу, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежде. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 2 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третье Киренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. И после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости насыщенной днями». Аминь. Ободряющий отрывок. Не правда ли? Господь все восстановил, имущество приумножил вдвое. Обратили внимание на цифры? Обратили. Социальный статус снова поднял. Но это произошло только после ходатайственной молитвы Иова за друзей. При всем его положении Иов делает то, что Бог ему сказал. Сначала помолись за других. Вот еще один Божий принцип сегодняшнего слова. Детей тоже восстановил Бог. Также 10. Если мы помним, 7 сыновей и 3 дочери, но только это были другие. Если мы с вами помним первую главу, там не написано имен. Здесь Бог говорит о 3 дочерях по именам. Это говорит о их важности. Также Бог восстановил в количестве, но в качестве Он их приумножил, потому как написано, не было прекрасней этих женщин. Не только в той округе, где они жили, написано, но и по всей земле. И жил Иов еще 140 лет. И умер насыщенными днями. Дорогие, это ли не благословение Его? Наш Бог милостив, сострадательный, праведный и любящий. Мы можем сказать на это аминь? Аминь. Аминь. Дорогие верующие, проходя через такие жизненные обстоятельства, чтобы познакомиться с Господом, Его величием и славой, обязательно ли проходить? Чтобы искоренить зачатки какого-то греха, не лучше ли пройти нам весь этот путь с гораздо меньшими потерями? Сразу прийти к 42 главе, упасть пред нашим Богом и сказать, я раскаиваюсь в прахе и пепле. Господь, только Ты прав, и суд Твой прав, я не прав. Только Ты праведен, и слова Твои истины, только Ты милостивый, сострадательный и любящий. Господь, и все, что я имею, это от Тебя. Итак, в сегодняшней истории мы с вами видим, что сатана бьет по нам, по 3 основным сферам нашей жизни. Дьявол постоянно пытается нас выбить, когда он бьет по нашему здоровью, по нашей семье и по финансовым составляющим. Дорогие, запомните эти 3 вещи. Дьявол будет постоянно атаковать эти места. И нам надлежит бодрствовать и быть с вами начеку. Давайте сейчас мы склоним наши головы. Давайте сейчас мы попробуем переварить все то, что сегодня было сказано. И помолимся в своих речах в 33 стихе 9 главе. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас, то есть был бы равным
Богу и человеку. Но слава Богу, что у вас есть такой посредник и ходатай пред нашим Небесным Отцом. И сегодня говорит Господь о нас с вами, что мы непорочные, богобоязненные, справедливые и удаляющиеся от зла. Но не сами по себе, не по нашим заслугам и исполнению закона, а во Христе Иисусе. Аминь. Давайте мы помолимся сейчас о нескольких вещах. Первое. Мы не всегда можем понимать Божью волю. И жизнь веры – это не только и не всегда постоянная благодать и радость, то нам, как верующим и сильным людям, надлежит пострадать за имя Иисуса Христа. И мы должны быть к этому готовы. Принимать проблемы и трудности как часть Божьего плана для Его славы, Его укрепления, для укрепления нашей веры. Дорогие, проблемы будут не всегда. Черная полоса в жизни, она обязательно закончится. Отчаяние, боль, несчастье, они обязательно сменятся восстановлением Божьей милостью и благословением. Дорогие, давайте в трудных ситуациях не молчать, не бежать в себе. Говорить и искать всем сердцем Бога, Его правды, Его слова. Дорогие, давайте всегда будем молиться за наших детей и показывать свой жизненный пример Божьего поклонника в Духе истины. Друзья, давайте будем прежде молиться за своего ближнего, за его проблемы, за его нужды. Давайте носить бремена друг друга и принимать боль и страдания ближнего как свои. Оставим свои заботы Господу. Отец обязательно воздаст. Давайте мы также помолимся, чтобы Бог даровал нам и благословлял мудрость и понимание, чтобы мы с вами понимали, что Божий план не в наказании грешников, а в их спасении. Божье желание – это наше с вами спасение. Давайте мы сейчас возьмем. Сердце
24 часа.